Коллективный ифтар – это не просто возможность собраться за одним столом, но и праздник, который проходит на протяжении всего священного месяца. Это и делает Рамадан по-настоящему особенным. Вечернее разговение собирает вместе представителей власти и духовенства, известных спортсменов и обычных людей. В мечетях даже в Дагестане, да, уже такой уже традиция пошла, да, шатер открывают и кушают, Рамадан отпускают. Это очень большую роль играет объединение народа, объединение джамата. Я вот где бы ни был, или в дороге я к себе в горы ездил, везде шатры открыты. Праздничная атмосфера царит на территории джума-мечети Махачкалы каждый день. Организатором шатра Рамадана уже 10 лет выступает фонд «Инсан». Акцию поддерживают многие дагестанцы. Накануне расходы на проведение ифтара на почти 4000 человек взял на себя двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Мы, в первую очередь, должны воздать хвалу Всевышнему за то, что он нам дал возможность дожить до этих дней. Мы видим, что последние 3 года так часто меняется наш мир. Мы не знаем, доживем мы до следующего Рамадана или нет. Поэтому у нас есть сегодня возможность для того, чтобы мы изменились в лучшую сторону. Укрепляли наш иман, были добрее друг другу, милосерднее. В программе мероприятия, выступления религиозных деятелей и других гостей, а также викторина. Отметим, что площадки для проведения ифтара также есть во многих других уголках республики. Свой вклад в организацию угощения для постящихся вносят не только меценаты, но и обычные люди. Так шатры Рамадана объединяют всех верующих. Всевышний примет, пусть Всевышний сделает нас лучшими рабами, которые есть. Гурашид правильно достигает таких высот, понимаешь, ты всегда находишь средства, возможности. И самое главное, это время, чтобы находиться с народом вместе, с людьми вместе, поэтому тебе за это спасибо огромное. Всем хочу пожелать счастья, добра, мира, здоровья вашим семьям. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.